Число киберпреступлений в Башкортостане с начала года выросло на треть по сравнению с январем-февралем 2022-го. Их удельный вес в общей структуре преступности превысил 40%. Об этом сообщил начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Башкортостану Азат Тимирьянов. Ущерб от таких афер с начала года превысил 150 миллионов рублей. В среднем за сутки в регионе регистрируется 25 киберпреступлений, а средний ежесуточный ущерб составляет 5-6 миллионов рублей. В прошлом году сумма ущерба по кибермошенничествам превысила 3 миллиарда. В этом году сумма может быть еще больше. Число таких преступлений за прошлый год выросло на 50%. Жертвами мошенников стали более 14 тысяч человек. В последнее время, значит, у нас в связи с обстановкой в стране способ совершения несколько видоизменился. Если раньше звонили под видом именно сотрудников банков, то теперь звонят под видом сотрудников ФСБ, представителей сервиса госуслуги, о том, что необходимо, значит, попытка была взлома учетной записи, и необходимо обновить пароли, обновить данные и так далее. Также представляются операторами мобильной связи о том, что необходимо подтвердить используемый номер, либо продлить срок действия абонентского договора. С учетом существенной динамики киберпреступлений в полиции не ожидают роста доли раскрытых дел. Заметнее всего растет число мошенничества под предлогом перевода денег на безопасные счета с предложениями инвестировать. Также появился еще один способ мошенничества, когда аферисты получают доступ к мобильным приложениям через функцию демонстрации экрана в WhatsApp.